Большое спасибо за это прекрасное выступление. Дорогие телезрители, я напоминаю вам, что сегодня у нас празднуется Международный день коренных народов мира. И более подробно об этой теме мы поговорим с сегодняшними гостями. Это Иванова Лена Степановна, заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия. Шадрин Вячеслав Иванович, это первый вице-президент Ассоциации коренных народов Севера, Республики Саха-Якутия, и Слепцова Саргалана Ильинична, это президент Молодежного совета Ассоциации также коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе. Всегда рад вас видеть в эфире. И расскажите, пожалуйста, подробнее про этот замечательный праздник. Сам праздник был объявлен в 1994 году. Мы уже 24 года во всем мире отмечаем День коренных. Этот праздник у нас в Якутии отмечается как национальный обрядовый праздник кочевья на площади Орджоникидзе в городе Якутске. Вот уже с 2012 года стала традицией, с года единения и дружбы народов. А в муниципальных образованиях в этот день проходят всевозможные встречи, совещания, где говорят и слышат голос коренных. А вообще нужно сказать, что в республике у нас прислушиваются к голосу коренных, и не зря для этого создана и концепция по устойчивому развитию коренных малочисленных народов. Есть государственная программа по поддержке коренных. Ну и вот этот праздник мы отмечаем еще вот уже 2 года как встречу молодежи. И в этом году был 3-й молодежный суглан МАУ-2017. Суглан? Да, суглан. Можете сказать подробнее про суглан? Как может переводиться? 3-й молодежный суглан у нас прошел в местности Усть-Хатын уже 3-й раз. В прошлом году прошло 2 суглана. Первый суглан был в марте 2016 года, где избрали новый состав молодежного совета, где была избрана председателем я. А второй суглан прошел в августе в местности Усть-Хатын, и в этом году третий раз уже собрались в местности Усть-Хатын. Суглан – это образовательная площадка для студентов, молодых специалистов из районов мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. А мы проводим образовательные лекции, встречи с министерством и ведомствами, а также семинары, мастер-классы по культуре и традиции коренных малочисленных народов Севера. А сколько человек принимало участие? В 3-м молодежном суглане приняло участие более 40 человек, молодых специалистов, а также из 13 районов. А этот суглан будет дважды в год проводиться, да? Он в прошлом году также дважды проводился, в следующем тоже дважды будет проводиться? Нет, летом. В следующем году будет один. В следующем году, кстати, да. Будет только один. А когда будет он? В августе, также традиционно, 7-8 августа, перед Международным днем коренных народов мира. Понял. Хорошо, вернемся к нашей основной теме. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы, приуроченные, которые к этой дате? Вообще, традиционно, вот уже стало традицией проводить в преддверии этого праздника все-таки вот наш молодежный суглан, для того, чтобы он стал такой площадкой подготовки молодых лидеров наших народов. Они проходят разные семинары, получают те знания, которые им необходимы, чтобы действительно квалифицированно, компетентно отстаивать свои права. Само действие 9 августа, оно чаще всего проходит вот на площади Орджоникидзе. На нем мы представляем свою культуру, знакомим жителей и гостей нашей столицы, с культурой, с работой наших ассоциаций. Вот поэтому приглашаю всех жителей, всех зрителей, которые нас смотрят, сегодня, прийти сегодня на площадь Орджоникидзе, посмотреть. С 12 часов там начнется. Обычно начинается с обрядовой части. Где это как проходит? Обряд, ну, как любое мероприятие крупное, это, конечно, встреча гостей. Мы люди встречают, обряд приветствия происходит. Причем разные этнические группы, каждый из них проводит по-своему. У нас будет и якутская группа, которая будет встречать по якутскому обычаю. Будет встреча и по эвенкийскому, и по эвенскому, и юкагирскому. Вот каждый из тех народов, которые у нас проживают в нашей республике, народов Севера, они встретят как раз гостей этого праздника по своему обряду. Основная потом часть будет такая торжественная, где выступят с приветствиями и представители органов государственной власти,
и представители общественных организаций, где будут подведены некоторые итоги вот прошедшего года, что нами достигнуто. Кстати, вот каждый год, когда мы отмечаем, он имеет как бы свою тему. Угу. В этом году тема вот празднования Дня коренных народов мира – это десятилетие Декларации прав коренных народов мира, которая была принята ООН в 2007 году. Угу. Нынче уже 10 лет его. И мы, наверное, вот в том числе из трибуны скажем, подведем некоторые итоги, что же сделано у нас в республике, какое у нас состояние с правами коренных народов в настоящий момент. Этому, наверное, будет способствовать и проведение выездного заседания Координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии в Алданском районе. Угу. Мы там будем говорить о реализации законов об этнологической экспертизе, о территориях традиционного природопользования. Вообще, надо сказать, тандем такой вот органов исполнительной власти и общественной организации в лице большой ассоциации, он у нас уже на протяжении более 20 лет, сколько работает ассоциация. И, наверное, не зря опыт Республики Саха-Якутия в Российской Федерации считается позитивным, и его изучают, им пользуются. Допустим, вот законодательная база у нас продолжает постоянный комитет по делам Арктики и вопросам коренных малочисленных народов Севера, Госсобрание, ЛТМН. Та работа, которая проведена народными депутатами нескольких созывов ЛТМНа, она считается самой лучшей практикой в России. И вот закон об этнологической экспертизе, он у нас работает уже много лет, а в Российской Федерации только разрабатывается, например. Угу. Ну и хотелось бы сказать, что вот в процессе этого обсуждения, эта вот практика выездных заседаний у нас уже начала внедряться несколько лет. Ну, просто скажу, что этот день у нас проводится и в муниципальных образованиях уже достаточно, наверное, уже лет 5 как проводится. И мы намерены, чтобы действительно усилить активность наших самих представителей, которые проживают в своих местах, в решении своих проблем. И вот это выездное заседание как раз в том числе, вот одна из целей его стоит об усилении, повышении роли и органов местного самоуправления, и институтов гражданского общества, то есть наших общественных организаций, вот именно в отстаивании вот интересов, прав самих этих народов. Потому что вот, ну, в Якутске и так далее, как-то вот наш актив, где больше находится, мы вот эту работу проводим. И наша задача сейчас, чтобы все-таки эта работа у нас достаточно активно проходила и на местах. А вот мы начали эфир с горлового пения. Можете сказать буквально в двух словах, это горловое пение какого народа было? Ну, Екатерина Дудкина, она представляет наш юкагирский народ, она сама из Алайховского улуса, очень молодая, перспективная девушка. В настоящий момент она учится в магистратуре Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Мы возлагаем очень большие надежды, что когда она вернется в свой родной Чекурдах, в Алайховский улус, она продолжит вот эту работу. Ну, а сейчас эфир мы закончим уже танцем. От какого народа тоже? Эвенкийского народа. Исполняет группа молодежи. Тут есть и эвены, эвенки, юкагиры. Мы бы хотели, чтобы праздник, который проходит сегодня, Международный день коренных, был замечательным, полным надежд, ну и успеха всем в созидательном труде. Эл-кар-де-ви-че-де-ри-ви-че-де-ри-хей, бей-не-де-си-кен-да-ла-си-кен-да-ла-хей.